она была сомелье, москвичкой, а он официантом в коктебельской кафешке. Любовь застала их врасплох возле барной стойки и закружила в волнах развратного ночного моря на пустынном неоновом пляже в ее гостиничном номере. Неделя показалась им вечностью, упакованной в одно мгновение. Короткий курортный роман показался клубникой со взбитыми сливками секса. Он был хорош с собой, а она свободна. На обратный поезд она зачем-то купила 2 билета. Вот такое странное выдалось лето. А потом понеслось. Работа, карьера, деньги. Это все, как вы поняли, у нее, конечно. А он сидел один дома, пил вначале крымские вина, потом молдавские, потом перешел на водку. По вечерам от него пахло спиртным и женскими духами. Потом она стала находить в доме части женского туалета. Через год она купила 1 билет в одну сторону. Неделю выгребала хлам и пустые бутылки из всех углов. Но и год спустя она обнаруживала в потайных местах случайно не найденную полупустую тару. Все это она мне рассказывала в душном керченском поезде, в прокуренном тамбуре последнего вагона, из окна которого было видно убегающие рельсы. Рельсы убегали в Крым, куда она все-таки возвращалась. Это возвращение было таким же неизбежным, как и воспоминания. В 20 лет после свадьбы они поехали с мужем в Крым летать на бипланах. Это был их медовый месяц. Дух захватывало от счастья, от молодой веселой любви и птичьего чувства риска полета, когда перед тобой жизнь, а под тобой небо, и все кузнечики счастья играют блаженный джаз. Но одна свинговая нота своим острым краем задела парусину ветра, и поток освобожденной стихии швырнул их на землю. Он так и остался навсегда в коктебельском небе слушать мелодии свадебного джаза, а она вернулась на землю сломанным позвоночником их любви. Она выкарабкалась, встала на ноги и по-прежнему ездит летать на бипланах в коктебельском убийственном небе. Но теперь она все время говорит себе: «Все well, дорогая, все well». Просто никогда больше не привози домой официантов из Коктебеля. Если вы когда-нибудь встретите ее, передайте ей от меня привет.